Сегодня финансовые рынки находятся в ожидании двух важнейших событий. Во-первых, будут опубликованы протоколы последнего заседания Банка Англии. Инвесторам будет интересно распределение голосов по принятию основных решений по процентной ставке и по объему выкупа активов, а также сопроводительные заявления относительно текущего состояния британской экономики. Судя по последним статистическим данным, экономика Великобритании чувствует себя достаточно хорошо. В своих последних заявлениях глава Банка Англии Марк Карни говорил о том, что если выходящая статистика будет такой же хорошей, то сроки повышения процентной ставки могут наступить уже весной 2015 года. Однако на текущий момент ситуация остается напряженной, и основные риски находятся в зоне политики. Дело в том, что 18 сентября, в четверг, пройдет референдум относительно вопросов по признанию независимости Шотландии. Мы считаем, что вероятность принятия такого решения на текущий момент достаточно мала. Тем не менее, инвесторы находятся в определенном напряжении, и это создает определенные риски в Великобритании и, безусловно, давит на валюту. Второе важнейшее событие сегодняшнего дня – это итоги заседания Федрезерва, которое заканчивается сегодня. Будут приняты решения относительно процентной ставки, пока она остается неизменной, и относительно объема выкупа активов. Здесь важна будет риторика главы Федрезерва Джанет Йеллен относительно ее оценки состояния американской экономики и относительно планов по ужесточению монетарной политики. Скорее всего, ставки будут подняты во второй половине следующего года, скорее всего, чуть позже, чем Банка Англии. Итоги сегодняшних событий определят динамику пар, в которых участвуют доллар и фунт.